Итак, всем привет, моя зеленая банда, с вами Fluttergreen. Сори, у меня за спиной сейчас дикий беспорядок, но тем не менее я постараюсь как-то так сидеть, чтобы вам не особо его было видно. И, собственно, пока что будет без превьюшки, так как я только-только пришел, а я хочу выложить как можно скорее для вас ролик. И мне уже прям все уши прожужжали про то, что я в этом ролике есть. Ладно. Огромное спасибо Metal Family и в особенности Худовника за то, что ты меня добавил в свой ролик. Хоть и просто в качестве упоминания. Мне реально много людей об этом сказали. Спасибо. Я очень признателен. Сначала. Если кто не знал, у меня так были написаны все сценарии к Metal Family. Они начинались со слова «прикинь». Вот сходили мы как-то на квест. А прикинь, если бы наши персонажи на квест сходили бы. А прикинь, если бы наши персонажи бы сыграли в покер. А прикинь, если бы наши персонажи поехали на фестиваль Ваген. А прикинь, если бы наши персонажи оказались бы там, 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 тут. Прикольно. Подождите, А это прикинь, если бы пони наши были? персонажи оказались бы там, 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 тут. Да, это были пони. Прикольно, да, запишем, запишем. Ну, вот так и были все сценарии написаны. Естественно, большинство таких, прикинь, не попадет в Подождите, жизнь. там... Ну, вот так и были. А, окей, мне показ... А, не, это все-таки второй сезон написано, то есть папочка достаточно большая. А, точнее, количество листов. Так что Все ждем. сценарии написаны. Естественно, большинство таких, прикинь, не попадет в сериал по причине того, что, ну, это как-то совсем уже плагиат будет. Ну, нельзя делать серию Metal Family, где они будут героями из DC. Ну Но да. зато можно порассуждать на эту тему. Знаете, Алина Ой. часто читает. Что я делаю, сорян, ребят. Нельзя такого делать во время ролика. Просто у меня тут баночка пива открытая стоит. Сори. Потом Вот выпью. Фики, в отличие от меня, и нарывается на что-нибудь и сидит такая. Чё такое? Тут фанфик читаю. Заходит как-то Глэм в комнату, Ади сидит в углу и плачет. Вы еще не видели фанфика про меня? Серьезно, как-то один раз про меня написали фанфик, где типа один раз, каждый раз, когда я умираю, появляюсь в новом мире. И, собственно, в каждом этом мире я почему-то умираю от того, что меня насилуют. После все заканчивается, и я от этого всего умираю. То волк, то майни в стиле Санса из Андертейла. В чем дело, Ди? Спрашивает Глэм. Меня девушка бросила, отвечает Ди. О, нет. Понимаю, говорит Глэм. Меня Виктория тоже бросала. С прогиба. Естественно, от персонажей Metal Family тут уже ничего не осталось. А жаль, потому что некоторые работы очень даже неплохие. Но видно, Ну что да. писатели немного плавают в характерах героев. Понятно, что фанфики на то и фанфики, чтобы немного изменять персонажей. Ну Подстать да, под них. фанфики, собственно, если так вдуматься в само слово фанфик, это фанатское изделие, рассказ про персонажей в том стиле, в той истории, в которой они хотят увидеть самих персонажей. Например, типа, о, вот бы они были на острове, напишу-ка про это фанфик. Или что-то такое. Подстраивай их под свою историю или сюжет. Научи меня играть на гитаре прямо сейчас. Но согласитесь, писать хорошую историю, выдержав при этом характер и поведение персонажа, гораздо интересней. Ну да. Ах, нахрен мне сдалась твоя балалайка. Не согласитесь? Блин. В принципе, да. Ну все. Титры пошли. Отлично. А вот теперь вы. Да, вы. До того, как я расскажу вам, Я? попробуйте угадать события. А прикинь, если бы Глэм с семьей оказались бы на Титанике. Как бы все обернулось? Так, Паули Кей, ты успел предположить? Молодец. Так, Флаттергрин.
Ну, давайте-ка подумаем. Во-первых, я рисуюсь не так. Но за огромные брови спасибо. Так, чтоб такого придумать? В принципе, что б тогда могло произойти? Они бы просто пошли ко дну и все, наверное. Ну, типа, они, скорее всего, такие, ну, что поделать? И все. Или же мать всех бы спасла, скорее всего. Ну, с помощью грубой силы, или же, я не знаю, ударила бы этот айсберг, и он бы разбился. Кстати, интересно, что вообще про меня... что будут в чате писать? Теклис, Джискиран, Ландау, Ален, Виндяй, Хэви, то есть Ангелина. Все высказали? Вообще всех назвали. Окей. Хотя нет, Майни не назвали. Окей. Что за предвзятость? Начнем с того, что если бы события развернулись... Так. Окей, обо мне в чате не писали. После столкновения с айсбергом, то это будет совсем неинтересно. Глам определит скорость Титаника, поймет, что она превышена, доберется до капитана и убедит его не разгоняться. А, кстати, да. Так торопишься. Хорошо. Капитан не станет разгоняться, успеет заметить айсберг, вовремя свернет, катастрофы не будет, ну нафиг такой сценарий. И айсберг такой, ну блин, ну так хотелось. Если события развернутся после столкновения, ну типа Глэму не дали предотвратить катастрофу, что странно, то вроде уже интереснее. Но если семья будет вместе, то опять все слишком скучно. Глэм сразу поймет, куда пришелся удар, сколько времени Титаник будет тонуть, что Титаник пойдет именно носом вниз. А дальше он просто будет руководить постройкой плота, на котором вся семья благополучно смоется. Но тут было бы странно, потому что времени все-таки не так уж и много, и как он сможет прям сразу так вот построить плот? А что если разделить семью? Да, именно так мы придумывали сценарий для квеста. Как ни странно, но любая пара гарантированно выживет в этой катастрофе. Начнем с разделения Глэм плюс Вики и Ди плюс Хэви. Да, последним будет нелегко. Хэви постоянно будет тупить, лажать и всячески мешать брату спасти их жопы. Пойду веревку найду. О! А это вы что делаете? Ди сказал, что корабль тонет, а шлюпок на всех не хватит. Поэтому мы мастерим плот из спасательных жилетов. Хэви, мать твою! Ребят, я заберу это, хорошо? Да, забирай. Пойдем на противоположную палубу. И не говори ничего про плот. Ясно. А если им не говорить, они же могут погибнуть. А если ты не заткнешься, тогда мы оба сдохнем. Просто ну да. На, держи веревку. Если что, отвечай, что мы мастерим приманку для кита. И ведь это сработает. Ой, ребята, на плот похоже. Не, это приманка для кита. Дебилы. И поэтому ты не заберешь плот, а просто назовешь их дебилами и уйдешь. Дебилы. Подожди. Малолетние дебилы. Найс, найс. Кто так плот мастерит? В конечном итоге творение Ди спасет их обоих. Но не без труда. Вики и Глэм, ну тут все просто. Все в порядке. Судно получило несколько пробоин ниже ватерлинии, общей протяженностью 90 метров. 5 носовых отсеков получили серьезные повреждения и наполняются водой. Шлюпок на всех не хватит, значит у нас есть 2 часа и 40 минут на изготовление собственного плавательного средства. Этого вполне достаточно. Ну окей. Может у них даже будет время прогуляться по товарному отсеку. Оу май. Офигенная тачка, подруга. Печу не дала. Глэма поможет начать строительство плавучего средства там, где их не запалят. А хорошие познания в двигателях помогут Вики соорудить мотор для лодки из говна и палок. А чем за приманка для кита? А как насчет Глэма плюс Ди и Вики плюс Хэви? Ну в этом случае связка Вики и Хэви просто с боем проберутся к шлюпкам.
Дорогу! Я женщина! С ребенком! Действительно, пропустите ее! Я тоже женщина! А, пошла! Я женщина! Я женщина! И поэтому держит своего ребенка за ногу. Я женщина, пустите меня, дорогие господа! Чуть ли не телепорт изобретут. Шучу. Просто этих двоих столько вариантов выбраться, что я даже перечислять не вижу смысла. Теперь рассмотрим связку Glam плюс Heavy и Вики плюс D. Ну, с последними все просто. Вики применяет ту же стратегию, что и с Heavy, и это прокатит. Дорогу! Я женщина! Мам, я уже не ребенок. С ребенком заткнись! Разница, потому D будет очень стыдно. А связки Glam и Heavy... Хэви просто не будет перечить отцу, строго выполняя его поручения, таким образом обеспечив себя наводным транспортным средством. И все. Что? Я не упомянул Чеса? Потому что это Чес! Либо Титаник против всех законов физики перестанет тонуть и доплывет до ближайшего берега, либо Чес возьмет перепопавшуюся доску и укатит на ней, как на серфинге, на волне. Просто сильверсерфер какой-то. Либо ему помогут дельфины. Вообще-то это акулы. Либо он просто взлетит. В общем, это же Чес, он как-нибудь справится. Взлетит. Бак погибнет смертью храбрых. Анна просто погибнет. Густав, пользуясь статусом одним из первых, приберется к шлюпкам. Еще отстреливаться будет, чтобы никто не забирался. Вы бум! Все ничтожествы! Кстати, да, вот что хотел сказать. Блин, дубляжер, который озвучивает вот отца Ди, Глэма, то меня исправлял в комментариях, собственно, он устраивает очень часто, ну, типа, позиционирует, вот, Metal Family, создаем сходки, побольше сходок. Ребят, если кто-то захочет когда-то сделать сходку в городе Винница, в Украине, объявляйте об этом. И знайте, что я обязательно приду. И если захотите, может быть, чем-нибудь помогу. Так что не забывайте еще упоминать на сходках, что буду я. Я по-любому приду. Кто, типа, меня смотрит из моего же города. Ладно. Прикольно, что ничтожество. Лидия воспользуется тем же, плюс она женщина, поэтому ее пропустят. Я женщина! Плюс она умеет договариваться, поэтому ее пропустят. Я женщина, пропустите! Так что если думать, кто выживет, Густав или Лидия, очевидно, у Лидии больше. А, Густав, я забыл имя, сорян. Про Рофта вообще молчу, он только уйдет на дно. Роф, пошевеливайся! Задрай люки! Ты действительно считаешь, что моя работа здесь это... Ну да. Училка из первой серии не сможет пробраться из-за больших объемов и мерзкого поведения. Пропастится! Я училка! Пропастится! Чёрт, я слишком жирная! Да неужели? Да-да, там уже две есть! Ты, тебе нам нафиг не нужна. Ну, определенно. Вот бы так в школе было в первой серии. И заставит утонуть, слушая классическую музыку. Блин, черт! Потому что тогда еще не изобрели рэп. Я сейчас оставлю скрипку свою сожрать. Стасик против будет слишком четко следовать инструкциям, поэтому мало того, что сами потонут, так еще и многих обрекут на гибель. Мужчина, нельзя выходить на палубу в темное время суток. Держите его, мужчина. О, женщина, еще и с ребенком, хватай его. Всем тонуть. Вален тоже пойдет на дно вместе со своими золотыми часами. Усатый до последнего будет пытаться задраить пробоину.
вообще ничего не поймет. Есть, конечно, еще пару персонажей, но я сейчас не могу сообщить ни их имен, ни как они поступили. Поэтому... Интересно, кстати, будет послушать ваше предложение на данную тему. Может, вам интересно узнать, как поведут все персонажи Metal Family в условиях фильма «Терминатор» или «Панда» или «Криминальное чтиво». Напишите в комментариях, в условиях какого фильма вы бы хотели видеть персонажа Metal Family в следующий раз. Было бы, в принципе, круто. Вашу личку мне не пишите! А обидно уже всем нахрен! Ну да, ребят, не доставайте его, просто пишите в комментах. Это... В комментах можно спокойно по вопросам все разбить. Когда ты заходишь в комментарии с творческой студии своей, у тебя там сразу же вписывается там вопросы, и только те комментарии, на которых есть вопросы, будет тебе показываться, а те моменты, на которые ты уже ответил, можно поставить фильтр на неотвеченные, то есть те, которые ты не ответил. Короче, лучше пишите в комментах, а не в сообщениях. Короче, ладно. Огромное спасибо за то, что вы посмотрели мое видео, за то, что спамили мне о нем. И спасибо Metal Family за то, что добавили меня в ролик, хоть и таким вот образом. И неправильно нарисовали мою ос. Ладно, шучу, шутки шутками, но ладно. Всем спасибо за просмотр, с вами был Flutter Green, всем удачи и всем пока-пока.